И снова здравствуйте, уважаемые дамы, господа и товарищи, друзья, соратники. Мы продолжаем наш тренинг по уникальному мануальному массажу и мануальной терапии. И вот у нас сейчас такой сет, когда мы заключительная работа. Мы работали со спиной. Вообще у нас спина входит в процедуру от ягодиц до макушки головы, да? Ну, некоторые, например, не любят голову, когда им делают. Или они заказывают только какую-то часть спины, да, не всю часть. Может, так локально некоторые заказывают, да. Мы уже сделали все приемы, глубокое проминание, мануальное фасциальное воздействие. И теперь просто для заключения, что мы делаем? Завершение такое, да. Всю отработанную поверхность нашу, да, мы работаем по половинке тела человека, там образовались молочная кислота, да, продукты распада клеток, межклеточная жидкость, там как-то она что-то там выделилась, да. Вот мы это все должны убрать, убираем в подмышечные впадины, в подпаховые впадины, вперед к груди, там все сосуды лимфатически разносят в лимфатические узлы. И вот туда вот убираем лимфу в подключичную впадину. Если человек достаточно худенький, то можно пальцами делать, да? Ребра, вот эта часть грудного отдела, 12 позвонков, 12 пар ребер, да? Они расположены под углом вниз, да? И примерно между ними расстояние пальца. Между ребрами, видите? То есть вот мы межреберную невралгию снимаем таким образом, что чуть-чуть их растрясаем. И идем вот туда, по диагонали, вниз, к ребрам, вот туда они идут. Но отсюда они уже начинают идти вверх уже, сбоку. Видите, да? Начинают подниматься. То есть у нас движение идет вот туда и чуть вверх в конце. Вот. Но если человек достаточно мощный, грузный, да, ему можно лапы леопарда сделать то же самое. Помощнее все эти движения. Растираем.